Завершающий летний сезон «Молодежный велоквест» так и обозначили «Прощай, лето». Тема не придуманная, в отличие от легенды и истории игры. Все как в компьютерных играх. Есть задания, условия, участники, в каждой команде свой связной агент и главная награда от тролля – камень лета. За все пройденные этапы, разгаданные головоломки и собранные артефакты. Проводим мы такие квесты, стараемся проводить регулярно, с периодичностью раз в две, в три недели. Желающие могут принимать участие, все желающие, при наличии велосипеда и возраста 18 лет. Значит, по опыту предыдущих квестов, всем нравится. Велоквест – альтернатива душной комнате и монитору компьютера. Цель гонки – повысить рейтинг велоспорта среди молодежных увлечений. Кроме ощутимой пользы активного отдыха, организаторы справедливо настаивают. Велосипед экономит время, деньги на заправки, и это самое безопасное для экологии средство передвижения. Более подробно узнать о проведении следующей игры можно у организаторов в Центре патриотического воспитания «Ратмир» и на официальной странице группы ВКонтакте.